Саш, ну что, уже команда Чикаго снова обретает боевой дух. Вы на волевых выиграли сегодня. Очень трудная победа. Как удалось? Очень трудная победа. Очень много не забиваем, нету химии, нету пока не хватает. Как я и говорил, нам просто нужно помочь немножко. Ну, я считаю, и с ребятами советовались, и помощь пришла, и мы начали, в принципе, сами тоже играть, на мой взгляд. Вот, поэтому соперник сильный был сегодня. Соперник сильный физически. Здравия. Спасибо им.